А, ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Найти в мастерской эхо тумана не проблема. Но вот выжить при этом... Где это мы? Вы у входа в мастерскую Ивальди, символа гениальной гномьей изобретательности. Почему здесь так воняет? Мерзость. Да. Ну, это долго рассказывать. Если вкратце, Ивальди полез туда, куда не следовало, и сейчас вы дышите последствиями. Значит, Ивальди создал туман? Нет, нет. Туман в Нифльхейме был всегда. И снег. Бесконечный снег. И ветер. И лед. Тут всегда было мерзко. Но Ивальди сумел подчинить себе силу холода и создал чудеса, которые потрясли людей и богов. Ого! Да, ого! И что было потом? М? Когда Ивальди создал чудеса. А, ну да. Одину не нравилось, что гномы создают устройство великой силы, поэтому он решил вмешаться. И Вальди пришел в ярость и отомстил. Ситуация обострилась, и вот что вышло. Проклятый туман. Поэтому с богами лучше не связываться. Не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата, но он воняет, словно куча навоза. Ивальди все здесь разнес. Правда, тут и раньше было не очень. Но эхо осталось. Его можно собрать.